Тут человеку плохо. Ему плохо. Что-то завис и падает, встает, падает, встает. Он не реагирует. Не, я вот попробуйте с ним поговорить. Он вообще не реагирует. Поехали. Уважаемый, вы здесь, гражданин ГИК? Вы где? А где? Да нет, он стоял вообще вместе с респаном, мы его тихонько толканули, толканули сюда, чтобы машину не могли покупать. Он здесь около 2 часов уже застрял. Наверное. Наверное. Нормально, нормально. Ему плохо. Ему плохо. Да неплохо. Главное правильно найти, что сказать, и все. Можно еще раз по голове дать. Да-да, мы тоже вот так толкали, толкали его. Молодец, брат, молодец. Один раз даже по голове дал, что не могли толкать. Думаю, дам по голове, но упадет и подвинется. Он в теремку говорит. А бля, он что, мальчики, 3 кадра, молодец, 2-3 кадра. 3 кадра, 2 кадра. Нока, 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 под нока. Нока, мока. Коча маха, е, мудя мазе. Мудя маха. А тебя мадю, хоть и мадю, мадю, ты хотел бы, да, ты убавил, чума, дай, дай, оу. Семеле, вот оба, ты же мадю, оба, ты не мадю, эй, вообще мало, да, он мудри бати. А че, мудя маха? Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-л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 а. Одноко, двоко, троко, чичи, пичи, ухта, бухта. А, там инка он дизе фалевал, 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 дизе фалевал. Так, Док, уберите автомобиль, пожалуйста, на парковочную станцию. Подождите, ваш полицей, смотрите, Кот, он иностранец. Вообще-то тут на острове... Да, я знаю, знаю. Садись за руль. А вы проверили документы, как он попал в нашу страну тут? Он, может, нелегал вообще-то. А он какой-то африканец, он, кажется, нелегал. Надо его обязательно проверить. Смотрите, как он смотрит на нас, смотрите. Смотрите, застрял и смотрит. Он что-то задумал. Может, Вольф, бомба уберите, быть. Уберите, пожалуйста, твой внедорожник. Да уберу, Вольф, я боюсь. Внедорожник, парковка. Да-да, уберу, уберу. На парковку уберите, Вольф. Да, конечно, я понял, понял, спасибо. Да, убираю, конечно. Не вижу, что ты.